Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Да ладно, это что, оно? Да, действительно. Дима, давай быстрее сюда, смотри, что я нашел. Да, Паш, чего? Смотри. Это же то самое место, узнаешь его? Да, это прям что, оно? Да, это из Call of Duty, помнишь, да? Когда псы там, да, помнишь? Да, внизу еще, когда мимо бассейна капитан Макнил тащит, да, это то самое место. Офигеть. Ух ты, я побывал здесь, Call of Duty. Крутяк. Да. О, вот так вот, порой сбываются мечты, хотя я не знаю, можно это назвать мечты. Совсем малым играл. Как же, конечно, мечта сбылась. Ну, одна из мечт. Офигеть. Что ж тогда у нас дальше по плану? Мы осмотрели город, в общем-то. Да. Эту часть. Можно сходить вот в той границе леса. Там тоже купол уже. Далеко не идешь. Ну, посмотрим, что там есть. Кстати, можно будет как-нибудь заглянуть и в эти здания. Смотри, как там. Да можно, может быть, там какая-то интересная находка. Да. Тогда, куда там? Туда. Да, идем. Курс. Ну, аккуратней, довольно тонкий мостик. Псы? Волки? Ого. Не знал, что здесь водится живность. Может быть, это те, кого ты видел тогда? Колеса, может быть, кто-то из них прибыл. А, кстати, может, он бежал, да. Так аккуратнее, иди, смотри, не упади сейчас. Разорвут еще, может быть, я не знаю, кто. Да, надо быть осторожным с ним в любом случае. Ух, смотри. А, чё? Вон, видишь? Смотри, какая штука. Офигенно. Интересно, что это вообще-то? Вот это высотище. У нас домов таких в городах нет. А видишь там лестницу сбоку, а? Лестницу? Сбоку. Да. Да, смотри. Слушай, давай залезем, а? Хотя мамка моя никогда не разрешала лазить на такие высоты. Но тут нет мамки. Да, уже поздновато, по-моему. Так. Что, сходим туда? Волки не бегут. Давай. Только очень аккуратно нужно быть. Да, посмотрим, очень. Насколько там прочная лестница и сама конструкция. Офигеть. Что? Ну как, все в порядке? Страшновато. Да, жутко здесь, но одновременно жутко красиво. Высотище. Ну, посмотри, какой домик маленький сразу стал. Да. Да, осторожно. Главное, чтобы ничего не обломилось от старости. Удивительно, но этот купол еще выше. Офигеть. Ну, посмотри, на какой же он высоте-то, а? Вообще, как это строили? А помнишь, Паш, как мы с тобой в детстве бегали, играли и даже не думали о том, что здесь, именно в этом месте, именно на такой высоте мы будем с тобой вместе также сидеть и размышлять о жизни. Насколько было все просто. Детство. Ну и сейчас с ним еще так сложно, наша жизнь идет как будто налегке, как будто жизнь сплошное приключение. Здорово. Прожить так целую жизнь, я думаю, в конце ни о чем не будешь жалеть, если проживешь так. Да. Это здорово. Будет что внукам рассказать, как их дед зажигал. Класс. Думаю, пора спускаться. Да, Паш, пора спускаться. Что-нибудь еще поищем, может быть. Сейчас ночью немного походим, может, кого-нибудь встретим. Не знаю, пока никого, кроме собак. Да. Мне вообще живой души, я даже птиц не мог увидеть. Какое место стоило ожидать? Ну да. Так, главное теперь у нас основная задача — это не упасть и не разбиться. Да. А то и внуков не будет, и рассказывать нечего. Плюс. Спускаюсь. За тобой.
чтобы найти. Смотри, какая интересная яма. Да, какая-то необычная. Как будто ядерный... Что? Смотри, присмотрись, видишь дырка? А что это там? Не знаю. Вижу какой-то сток. Может быть, канализация, как думаешь? Все возможно. Стоит проверить. А может, все-таки сюда что-нибудь упало из снарядов? Хотя, при чем здесь? Ну, хотя... А что, разве это когда-то бомбили? Да, возможно, это... туда обрушилось. Может быть, дерево крупное было или... Может быть, здание обвалилось, я не знаю. Ну, хотя, давай проверим. Что тут досталось? Аккуратно. Здесь нас не сожрут монстры. Да, вот здесь уже будет поинтереснее. Ух ты, вот это да. Обнаружили. Да, вот это выход. Ну что-то здесь точно что-то должно быть. А как же.